Концерт, который нельзя повторить. Золотые скрипки филармонии. Профессора Королевского музыкального колледжа Великобритании и организаторы престижного музыкального форума в Израиле Ани Шнарх и Ицхак Рожковский вместе со своей удивительной ученицей Леей Джу и необычное музыкальное произведение «Еврейский дивертисмент» Леонида Гофмана в исполнении профессора Высшей музыкальной академии Кёльна Михаила Ваймана, певца Виктора Мельника и камерного оркестра под руководством замечательного Игоря Шеврука. Концерт, который нельзя повторить даже на бис. Звоните по телефону 048-780-10. Партнеры фестиваля «Банк Восток», «Евротерминал», «Медицинский дом Одрекс», компания «Укрферри».